Привет всем! Сегодня опять такой лайфхак небольшой. Я уже показывал в коротком видео, но не думаю, что много кто его увидел. Короче, нужны мне бруски ровные. А вот эти вот были 90 на 70. Я их пополам примерно так пильнул по-быстрому. И они винтом, блин. Поэтому я делаю вот такой бутерброд. И у меня получается немного кривых брусков, а одна ровная доска. То есть мы низ примерно равняем так, как оно должно быть. И на два шурупа в торец лепим ее. Сейчас я с той стороны прикручу такую же планочку. И вот этот весь бутерброд я через рейсмус прогоню. Получится у меня две базы ровных. А от них уже можно вот эти вот края потом пилить. Потому что бруски, они и горбом идут посередине. Ну, короче, всяко по-разному. Вот я сейчас торцы выровняю, а остальное выровняется само. Ну и покажу, что получилось. Это мне полочку надо строить. Ноги для нее будут. Там не суть, в принципе, но все равно хотелось бы, чтобы примерно одинаково это было все. Ну, сейчас докручу, покажу, как это все. Так, ну вот такой бутерброд получился. Вот у нее пузо в середине. На этом тот ровнее. Короче, в перемешку это тут все. Один туда загнутый, один сюда. Ну, на выходе все равно будет потом ровно. На толщину там чуть побольше вот этой вот рейки самой. Ну и для тех, кто скажет, почему не на фуганке, нету фуганка. Вот так выеживаюсь, блин, с рейсмусом. Короче, делаю приспособы. Станок ставить некуда, во-первых. Во-вторых, мастерскую мне надо постепенно закрывать. Это, короче, все убирать потихоньку. Ну, сейчас я ее строгну, покажу. Строганную. Да что сегодня камера гонит, блин. Покажу строганную. Ну и потом. А потом уже на это, на циркулярке спокойно пилить. То есть получается две базы ровных. И все. И шкыркать можно, что хочешь делать с них потом. Ну, если не лень, можно еще раз развернуть их. Просто опять так же бруском прогнать. Наверное, я так и сделаю. Потому что так быстрее получится, чем пилить каждый с двух сторон. Ну, глядите, что получилось потом. Ну вот и все. Любо-дорого посмотреть. Свинячил опять. Вот четыре абсолютно ровных с двух сторон. Вот так это все выглядит. Ну, а сейчас можно резать спокойно. И все. Ну или я сейчас, наверное, все-таки их так через рейсмус прогоню, потому что что-то лень не резать. Ну, места, блин, мало. У меня вот впритык вот так доска встает. Заводить ее как-то надо. Там буквально в миллиметр по диагонали. Доски метр... Не доски, бруски эти, 1,80 м. И кое-как влазит, блин. Короче, намаялся с ними. Ну, получилось. Так что пользуйтесь, делайте. Спасибо всем за внимание. До новых встреч в эфире.